767 депозитных рахунков на отримание семейного капитала открыто в Могилевской области за 7 месяцев 2016 года. Нагадаем, право на призначение такого капиталу мают батьки после народжения третьего ти наступных детей. Таким чином 2142 шмадетные семьи Могилевской области открыли депозитные рахунки с початку деяния указу об додатковых мерах державной подтримки семей, которые выховывают детей. Отповедно, агульная сумма депозитов на семейный капитал зараз складая 21 420 000 долларов. Нагадаем, семейный капитал – это безнаявные гроши, сумма у 10 000 долларов. Их семья может накировать на поляпшение жилевых умов, отримание адукации, послуг у сферы сацобслуговывания, оховы здоровья, на формирование додатковой пенсии. Причем право на выкористание сродков семейного капитала возникает по досягнении 18 годов с народжения дитяти, на якого и был выдадены семейный капитал. Дотерминово сродки могут выкористовываться на платные медицинские послуги.